Собрались, ну не играли мы месяца два, это точно, как бы мы не бегали, где-то там так, дыр-дыр какой-то там, может где-то, ну игры как таковой не было, сыгранности не было, видно, что ребята плюс праздники сказались, ну насколько я знаю, команда «Восток» очень сильная, мы им дали бой, и сказать, что мы там выглядели как-то хуже, я бы не сказал, намного просто моментов у нас даже было больше, ну не реализовали, реализовали, выиграли, не реализовали, что ж поделаешь. Это верилось футбол. Вам в перемогу? Да, да, мы настраивались только на победу, исключительно на победу, без каких-либо там намеков на боязнь. Мы вышли, приехали играть, побеждать, и я думаю, что будем бороться до конца в этом турнире за медали, как минимум, золото, как минимум. Нет, на самом деле, очень куча, с того, что не реализовали куча моментов, реализация просто нулевая, и детской шипи в обороне. На наш взгляд, мы были на голову с ней соперника, во втором круге, я думаю, мы наверстаем и покажем четкую расстановку сил. Сегодня не повезло. Не забили очень много. В следующий раз будем работать над ошибками. В принципе, все ребята молодцы, старались. Не повезло. Ваш кодався перший мяч в команде, ваш забытый? Да, да вообще мячи, будто то, что должно было залетать, 100% не залетало, а то, что там через там, как вы поняли, да, залетело там непонятно что. Ну, тем не менее, ничего, игра неплохая. С каждым разом, думаю, все лучше и лучше.